Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Россия инвестирует в модернизацию порта Корсаков на Сахалине 90 миллиардов рублей. Корсаковский морской торговый порт, расположенный на Сахалине, в ближайшие годы будет серьезно модернизирован для того, чтобы обеспечить прием крупнотоннажных судов и перевалку больших грузов. Необходимость модернизации данного сахалинского порта обусловлено его включением в число опорных морских портов, через которые будут проходить суда по Северному морскому пути. В будущем Корсаковский порт станет ключевым объектом в дальневосточном регионе России. Морской порт Корсаков, построенный японцами в далеком 1907 году, находится на южной стороне острова Сахалин и к настоящему времени имеет два терминала по перевалке грузов, пропускная способность которых не превышает 4 миллионов тонн грузов в год. Помимо грузовых перевозок, порт обслуживает круизные лайнеры и паромную переправу. Ежегодно услугами порта пользуются 27 тысяч пассажиров. Длина причала составляет 2 километра 800 метров. За счет глубокой модернизации, которую планируют провести за счет федерального бюджета и частных инвестиций в течение 3 лет, в порту планируется построить несколько новых терминалов по приему различных грузов. На эти цели потратят 90 миллиардов рублей. Основной целью при этом является создание крупного логистического хаба, оснащенного контейнерными терминалами, пирсом по приему нефтепродуктов и новым пассажирским терминалом, который увеличит пассажиропоток и возможности переправы по морю автомобилей. Наиболее трудоемкими представляются работы по увеличению глубины порта. Сейчас она недостаточна и составляет около 10 метров. Данный показатель необходимо увеличить до 21 метра. Поэтому строителям предстоит выполнить большой объем работ по подходному пути, разворотному и на самом фарватере. Ожидается, что морской порт Корсаков сможет принимать первые крупнотоннажные суда уже в 2024 году. Основной объем судов будет проходить с Мурманского порта на севере нашей страны в сторону азиатских портов. Планируется, что часть судов будет делать стоянку для дозаправки и пополнения припасов на Камчатке в порту Петропавловск-Камчатского, а другая часть на Сахалине в порту Корсаков. К 2030 году грузооборот порта вырастет в несколько раз и достигнет отметки в 30 миллионов тонн. Необходимую дополнительную загрузку порт получит за счет строительства рядом с ним нового города будущего Икополис численностью в 30 тысяч жителей. Модернизированный порт будет мультимодальным. После завершения строительства он будет обеспечивать перевалку около 80% от всего объема грузов, поступающих на Сахалин.